Фотография Игоря Акинфеева. Мы им гордимся. Он наш выпускник, учился у нас в 10 классе. Рады за его успехи. Смотрели, конечно же, этот незабываемый 1/8 финала. Значит, клубы нам с удовольствием футбольные подарили вещи наших, ну, их выпускников. И получилось, что нашего выпускника Игоря, вот так ЦСКА предоставила вот его кроссовки в подарок. Ой, какой же он молодец. Мы так болели. Вот старухи уже 80 лет, а мы все болеем, да болеем за всех все, за наших. И опять будем болеть. А Акинфеев там, смотри, не пропускай голы. Ну, рассказывай. Хороший. Моя бабушка была, водила его все на тренировки. Это рюкзачок бабка таскала, а он идет с ней за ручку. Вон там, вон на один этаже трехкомнатная квартира. Сейчас там живут отец с матерью. Ну, сейчас он мало, раньше-то приезжал, сейчас некогда ему, не видим мы его. Мое мнение, что Акинфееву, пожалуй, надо запатентовать свою же ногу, потому что она уже, мне кажется, может быть национальным достоянием, которое может жить, в общем-то, от него самостоятельно. Вот. Но мы рискнули, значит, и посвятили ей особое место в нашем изделии. В истории мирового футбола есть рука Бога, когда Марадона забил рукой, а это нога Акинфеева, когда он героически спас сборную России в серии пенальти. Очень нравится. Я специально сюда пришла сегодня после работы, недалеко живу. Думаю, что нужно посмотреть вживую, а то столько фотографий в интернете. Вот. Это, как сказать, ну, заслуженная похвала человеку. Это очень клево.